За дело берется мясник. Доброе время суток, меня зовут Милорд. Добро пожаловать на мой канал. Все у нас катка на бучке, будем бить и бучки. Я сегодня медовый буч, стою против Зевса. Хотел сделать на нем ФБ, но этот говнюк упустил крипов. И из-за этого, собственно, ничего не получилось. Поэтому я сейчас потрачу на маны, если что. Конечно, печально. Но я уже изначально предполагал, что буду стоять против Зевса. Поэтому купил себе стики. Ну, чтобы максимально как бы нивелировать все его харасы. Вот именно с молнии. Угу. Надо даже по ходу грейжные стики будет покупать. Плюс пассиву качать обязательно. Как бы без регена здесь мне не выжить. Что у тебя здесь? Ага, он запуленный, всего лишь один тангус. Если он сделает ошибку, он умрет. Мне бы, кстати, еще не помешало купить себе вот эту прелесть. И Виндлейс. Что без Виндлейса жизни это, так сказать. Мой крип. Сейчас мина тикает на Виндлейс, и можно будет на него уже как-то более-менее бычить. Обычно на медовом буче я не качаю хук. Но на этот раз я хотел сделать ФБ, но этот, зараза, мягко говоря, не оправдал моих ожиданий. Если он так продолжит, я могу и по тавр пойти. Я специально так прям дико подставляюсь из-за своего большого регена. Как видите, у меня 18 регена с тангусом, и я свои хп восстановлю только так. А он пытается выформить на свой ботл. Плюс уже я 5 стиков зарядил. Он уже кларитос вынужден узать. А я собью ему, чтобы он не наглел больше. Ха-ха-ха. Все. Мой, так сказать, основной затар готов. Если Зев совершит ошибку, а он уже совершает ошибку, кстати. Когда вот так мансует. Ну, я просто прогоню его тогда. Это вынужденная мера, так сказать. Был бы у меня рот, или хотя бы арбушка, он бы от меня не убежал. А теперь, если он хоть раз подставится, он умрет сразу же. Потому что я более чем уверен, что на ботл свой он еще не выформил. Кстати. На тебе плюху. Да. Уже семерочка. Чувствую себя прекрасно просто. Вот уверен, что этот Зевс не ожидал. Вот просто ни в коем случае не ожидал сейчас встретить на меду буча. Просто медового буча сейчас редко протекует. Я уже вижу, что он слабый. За руны пошел. Ну окей. Успеет ли он ее забрать? А я пока ботинок себе выформлю. Я вижу руны инвиза. Ее, кстати, можно реализовать при удачном обстоятельстве. ДД-шку. Понял, принял. На троечку вкачаю. Потому что сейчас, вероятнее всего, я буду по таурам наглеть. Без... А ты будешь дальше идти или как? Без ботинка не хочу особо. Сейчас я просто выжду момент. Пусть он тут дна, эти дела. Кстати, можно же вот это реализовать. Совсем забыл. Не ожидал такого? Да, именно домой. Ха-ха-ха. Просто прогнал его отсюда. Надо грежные стики привозить. Заряжу их на 20-ку, можно будет спокойно под тавр залезать. Уже хватает как раз золота. Не буду курьера переконтривать. Но Зевс, кстати, скорее всего, на базу летел, то бишь, на обратно время терять на то, что он пешком бежит. Угу, прибежал пешком. А я сейчас по левелу буду его обгонять.
А что, курьер нужен кому-то? Ну, ребятка, мне мой стик нужен, извиняйте. Он меня уже долбит просто так. А это нехорошо для буча. Мана, кстати, у нее там кончилась, нет? Угу. Обязательно сейчас нужно рунок законтролить. Руна, понял. Он пошел за руной. Черт, это плохо. А, здесь пошел на низ, там руна. Типа осторожно его там, ребята, он может к вам перекатиться. Я надеюсь, они меня услышали. А, нет, все. Он вернулся. Что за рун-то у него было? Ага, хаста. Ну ладно, на него пока не буду выеживаться. Он на это долго будет делаться? Я же клаку куплю. Его не убьем, у него хаста в батле. Единственный вариант это вот так вот сделать. Как-то подловить его, не знаю. Ага, а он понимает, что я хочу сделать. Мне просто складывается впечатление, что у него мана вечная. Вот так болты выдавать, это просто ужас. Но благо я хотя бы нивелирую весь этот дэмэдж, надо себе сейчас клак еще привести. Либо капельки. Хотя мне больше клака нравится. Сразу в фастфуд выходить и не выеживаться, так сказать. Здесь в основном макдэмэдж будет. Вот так. Возьму на четверочку. Чтобы прям вообще харасово нивелировать. Как все плохо. Ой, как все плохо. Он на ТП ушел, скорее всего. Угу. А, нет, он здесь. Домой. А, кстати, глазик. Хм. Хорошо. Плюс. Так. Странно, получается, он настолько дерзкий, что решил забежать. Ну, если хочешь, сам забери этот вард. Ау. Ах ты. Он наглеет сейчас. Я привезу себе полностью ход, и все его тычки, я считаю, будут нивелированы. Я могу сейчас тоже начать делать. Хотя нет, он уж слишком больно пробивает меня. Зевс ушел. Блин. Ну все, есть худ. Могу выеживаться просто нагло. Двоих, что ли, убили? Блин, вообще плохо. Очень плохо. Такс. Я сейчас буду уже перекатываться. Получу 9 левел и спокойно буду ходить, убивать. Как без проблем. Я думаю, сейчас Зевс еще на мид вернется. Он, собственно, он и идет. Какой тему спит? 366. Шанс, что я тебя догоню, крайне мал. Там еще тени, скорее всего, крыси, да? Ага. Этого тоже забираем. Все. Вот прям почувствовал, что не зря ход купил.
Сейчас столько магдэмэджа меня влетело с этого Зевса. Вижу, вижу. Просто убегай. Я гляжу, махач там до сих пор продолжается. Я могу выйти навстречу. А, он еще и умер. Что? Зачем он дрался? Ну, они уж сами с ним справятся. Типа столько кнопок. Серьезно. Зевс пришел. Я знаю, что отсюда не выбраться. А где он? А, вон он все-таки... Это нехорошо. Так, либо никак. Уж слишком много они в меня всобачили. Не дать кнопку на меня нажать. Очень важно, очень важно. Все, отлично. Получается, я целых троих на себя стянул. Без фейзов, конечно, тяжко. Я обычно фейзы покупаю. А тут решил попасть в худ. Кстати, если он ошибется, он сейчас умрет. Я не буду регенерацию забирать. Если нужна регенерация, типа нанизу забирать. Главное, Зевсу ее не отдайте. Что там магины? Ну вот говорит, главное, Зевсу ее не отдайте. В итоге ее Зев забрал. Ну что, ну серьезно, самому что ли надо было идти ее забирать? Вы издеваетесь надо мной. Бред. Какой-то бред сейчас только что произошел. Он так с физухи пробивается сейчас. Отлично. Я могу по Т1 зайти, там тени поковырять. Он еще стоит. Он все еще здесь. Походу прогрыз себе путь, что ли? Вот он. Нашел. Хорошо. Так, иду, иду, иду. На мужика, на мужика. Как же маны не хватает. Бей, 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 бей. Просто мужика, он меня не убьет. А вот здесь убьет. Кажется, все. А-ля фиаско. Хер там. Ну смотрите, я имею 12 левел на 14 минуте. По мне так имеет смысл взять кроту. Плюс так. Можно блинк уже выносить. Вместо арбушки засуну. Хотя нет, знаете, вот так вот сделаем. Арбушка еще понадобится мне. Сколько в итоге за меня денег дали? 900. Черт, это плохо. Снова урон забирает. Он-то играется, говнюк. Он, походу, еще и книгу сожрал. Нужно будет апать. Обязательно. Пайпуху. Потому что это уже издевательство какое-то. Сейчас ворвусь прям под тавр. Ну, замечательно. Магина? С перстиком ПТ. Он пока не особо такой сильный, но его по-хорошему надо убить разок. Закрепить позицию, так сказать. Ну, там тень еще как раз бегает. Тень не саппорт, я как понимаю. Я и перекатываюсь к вам. Да вы там, гляжу, прям без меня наяриваете. Важно засчитать. Ага, вон ты где. Молодцом, минус 5 просто, полный тимвайп. Зевс. Просто Зевс.
рискованный сейчас отдел немного шаг. Хотя не такой уж рискованный, как я вижу. А с одним тень я справлюсь. Даже вот так вот. О, молодцом, что выкинул меня, я как раз хотел уйти. Да-да-да. ДДшку. Можно я заберу ее на этот раз? А, вот мы где. Блин, когда. 2 секунды. Ох, камник сбивает мне, блин. Я тебя руками запинаю. Типа настолько не насрать. Хорошо, дела идут. Замечательно. Пойдемте ломать Т2. Сейчас ДДшкой я там спокойно все это вынесу. Потанкуй мне все равно. Даже щиток вот так засуну. Вот ты какой. Тогда танковать не буду. Почему не перегревается? Погоди, все перегрелось. Я пока не допушу это дело. Не закончу, не уйду. Угу, вот вы как решили. Охренеть за сколько. На всякий случай нажму. Что ж, слишком яро они хреначат. Какая же все-таки гречка противная. Опа, а это плохо. Не-не-не-не-не-не-не. Звонить мне как-нибудь. Спасибо. Ну, я уже забыл, что у нас команде будет есть. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я хоть и на карпуле как тут утворяю дела, вся хурма. Но, типа, я не настолько сильно все равно. И его тоже. Хорошо. Это я еще под... под дискордом мыл, обалдеть. Какие они слабые. Что там? Да, идем доломаем. Я сейчас отрегинюсь. Зевса можно принять. Сейчас тень не будет мне гречку сыпать. И я его не отдам. Ты моя. Ты моё. Иди к папке. Замечательно. А ты куда забрался? Вот так вот, значит? Как он задолбался этой гречкой, вы не представляете. Маны не хватает еще ужасно. Линза, кстати, не помешала бы, да. У меня маны вообще нет. Давайте Т2 ломать. Сейчас ко мне линза приедет, будет легче. Надо хотя бы на сторону сейчас снести, иначе Магина будет сплитить и свои слоты выформит. Типа прям на мужика сейчас ворвусь, когда увижу кого-нибудь. Пусть кнопки дает, вот там пайпуха, все дела, типа живите. На кнопки всех развели спокойно, все. Меня они тут не убьют никак.
Какой наивный. Серьезно, пытается убить Буча. Если бы он сейчас продолжал сплитить, он хоть какую бы пользу принес. А так он просто как был крип, так и остался крипом. Ломаем сторону, потом вот сюда перекатываемся. Идем, идем. Типа я вытанку это. Да мы сможем. Хотя бы вот одну сторону мы точно сможем. Хотя стоп, я слишком лохопышный. Можно шрайн забрать тогда? Все-таки, знаете, я на подкорке боюсь Тини. Потому что он, как ни крути, он может меня убить. Опа, на хоста. Надо будет сейчас ее реализовать. К этому времени как раз я должен отрегениться. Хорошо. Охота магин убить. А по-моему, около него там еще парочка человек есть. Да-да-да, вон вижу. Не буду лезть на рожон. Ага, а вот с Вайдом можно. Вот смотри, могу сейчас влететь, блинка. Купол сейчас поставь, иначе на блинке уйдет. А, ну ладно. Теперь надо это, в казино играть с такими башами. Сейчас шрайн доковыряем, я с блинка ворвусь. И на мид перекатываемся, пока магина мертвый. Ну-ка, сейчас будет бэкдор отключен. О, отключен. Умри. Умри, кому сказал. Он должен умереть. По-любому, да, хорошо. Угу. Сейчас спасу. Ля. Ля, неплохо. Кусь. Ах ты какой. Птица, оно тебе не надо. Ага. Не-не-не-не-не-не-не. Гречку не надо, гречку не надо. не души, камень. Вынуждает меня Тараску купить. Я без армора вообще. Я только защищен от маг дэмэджа. Пойду топор куплю. Сейчас топор куплю, вернусь. Ай, батинок сбили. Плохо. А вы зачем файтитесь без меня? Якира, Якира, живи. Сейчас, 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 мужик, живи. Замедло, конечно, мощное. Феникса надо бить, задолбал. Мне просто интересно, знаете, заметьте-ка, сколько я отрегенил в этой катке со стиков. Можно магин принять. Он сейчас влез будет вот здесь. Ну ладно, в Солянова попробую, что. Эту пачку он тоже сейчас, скорее всего, снес. А нет, он увидел меня на варде, как я вижу, да. Ну окей, думаю, я Тараску вынесу, они ничего не сделают. Так
я иду. Тут вижу, где-то есть. Ты... Вот именно из-за этого я ненавижу гречку. Ля, это было неплохо. Бейсбол тупо поиграли. Бейте кто-нибудь, кроме меня еще. Плохо. Ладно, пушим-то два. У меня скоро будет тараска готова, они тогда вообще меня пробивать не будут. Ой, я думал, ты враг, хотел тебя сожрать. Все, есть тараска. Сейчас бы еще 25-й взять. У меня был бы гессов где-то 8. Сейчас плюс-минус. Я не знаю, как они такую тушу будут пробивать. Давайте, двигаем вот линию вот так. Они что, даже не сопротивляются, что ли? А вот так? Нет? Ладно. Да пусть бьют, пусть. Ля, сколько кнопок. Да, скорость атаки мне, конечно, вообще не хватает. Яичко как-нибудь побейте. Да харе, что ли, гребаная гречка, это невозможно. Это уль, что ли, был? А, это, походу, с видом уже. Замечательно. Кши отсюда, не лезь. Это настоящий? Нет, это копия. Ну и на мид сейчас перекатываемся, просто делаем мега грипов. Ля! Мужики, спасать бегу! Это настоящий оракул? Лол. Они ничего не могут со мной сделать, просто бред. Хулиганы! Все-таки смогли убить. А, кстати, как-то мало они за меня получили. Всего 1000. Должны были где-то 2000 получить. Но это из-за того, что у меня не хватает физармора. Они просто по физухе сейчас меня пробили. Можно мне книжечку сейчас оставить? Я хочу просто быстрее получить 25-й. Да как задолбала меня эта гречка, я уже не могу. О! Вот опять я только нажал, и в эту же секунду. Такое ощущение, что у него скрипт какой-то стоит.
Серьезно, невозможно, гречка, она меня раздражает, прям ужас. Дай-ка скушаю тебя. Давай, ломай, ломай, ломай. А, замечательно. Не сожру, не сейчас. О, ах ты. Настоящего жру. Куда собрался? Так, ну я за второй тараской пошел. Вы там, ребятка, развлекаетесь пока что, а я хочу себе вторую тараску. Ну, Зевс Малеха не против того буча просто попал. Он не ожидал. Не дали мне тараску купить. Ладно, господа. Что ж, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.